Что это? Спасибо. Тыкайте на сон. Уже бой меня. Ладно, паладин, ура. А, че вы бафаете, распределили уже? Нет, трое на сакашке. Ну, он кулак пишет. Ну я каски тогда раздам. Верно. Ну, шаманов нету. Можно на вайп. Согреться. Крест, ты тут? Блять, хороший хилить. У нас три человека отошло покушать. Просто шаман, Рога и Демон Лок. Остальные ничего не писали. Ну, какие лавища. Крест, раздавай кресты. Бля, надо мамонта, надо ради купить. Папирос, ты тут? Аркад? Да. Фокус Хиро, Аркад? Почему вы не прожимаете пристабав? Так как все зашли? Ну, все зашли уже. Видишь, Гем? Вот у меня тоже нет рэгов. Сейчас, с мамонтом. Хотя бы тогда уже нужно рейд. Не ждать команды РЛ, например. Это ускорит убийство мобов. Покупать. И не шевелись. Эти... А, эти кучу я дерну. Все? Ну, часть закупаю. Мари, сделайте стол. Все, есть. В общем, короче, бафнуть один раз. Full rate это 1 gold. Давайте командира. Он сейчас купил рейд и пробал. А, нет, меньше. 20 серебряных штук стоит. Система какой-то один танк свободный или милик. Я кучу возьму, вы там дерните командира. У нас во тьме сильная пати. Подменного вара. Мы если будем падать все тут, то теряльность будет 70. Свету. Можно раздать чешу. Да, можно раздать. Можете маги переморозить трэш еще вот этот и отойти быстренько. Быстро залить. Нифига себе, сорвал игру. Всем привет. Привет. Что там есть смысл? Через 2-4 минуты будет. Заходи, Патрик. А когда будет следующий рейд? Через 2-4 минуты. Куда? ЧВК, наверное. Да не, я уже не буду собирать ЧВК. ВРС. Если не соберется, то и ВК.
А вот если бы сказал, что будешь, я бы тебе ответил: РЛ, ты что, ебанутый, что ли? Время-то сходит. Я это уже понял вчера. Не, ну 23.00 еще, если сразу собранный рейд, еще можно сходить. Но не в пол первого. Если у нас только было пол 12-го. Не, ну если кто-то прорейдит, ссылка 23.00, я могу собрать вам. А вы что ли? Геру. По времени одинаково почти. Не, обычка полегче. Но, я говорил же по времени, не по сложности. Ну, обычка сколько? 1:50? Мы сегодня за 1:35 снесли обычку. Не знаю, последний раз, когда я ходил, последний раз 5, это больше 1.5 часа было. По 45 где-то. А Гера у нас... Ну да, если вайпом, 2 часа и 30 минут. Маги, дайте стол, пожалуйста. Чё, без трэш убили уже, да? Пошли на Сириану тогда. Посмотрим. Так. Давайте заново бафаться. Погоди. Лапы. Да, в хиле. Атоф код. Ладно, я тогда никуда не буду идти. Ну, выступление быстрее снимай. Видишь, молодец, на одного там, второго. Ну, я Хантеру говорю. Бар, ты с меткой стоишь. С тем дыханием убьет, наверное. Так, Ваня на боссе, Ice Freeze, первая копия, Вай, вторая. Еще какой-то из мамонт поставьте там около босса. Джив слева стоит у портала. Уже пропал, скорее, он не пропал. Я снова? Ну, да, ты снова. Бля, не успел, пропал. Чё тебе надо? Знаки. Вон там три слона стоит. Какие у нас богатые игроки. Сервак старый. Не знаю, у меня до сих пор нету мамонта. Нахуй нужен. Все, атака началась. Сейчас мышка трясла. Цирк. Такая гордая. Как вчера, да? Что-то срубит там половину рейда. Ну, ёжика в снегу, например, и кого-то еще. Mm-hmm.
Блин, на таком элементарном. Первая копия пошла. Жмешь саку на второй. Вставай, Ваня. Иди на хил. К третьему возьму сюда. Тофа подними, а из фриза пока есть возможность. Двое сильнее страдания. Вей капельку на туалет через 12 секунд. Меня служит по капле. Служит. Гурту сказали, что он хилит. Что ты говоришь? Гурту сказали, что он хилит. Просто он в ДД сейчас. Ну, я говорил, что он хил. Почему он в энхи? Загадка. Но сейчас посмотрим от хила и решим, из-за чего лайк. Капал есть, Аршам есть, три танка только получают урон, это не вина того, что там пятого хила не было, это вина хилов. Я не про это, я вообще говорю, что он ДДшит, я смотрю. Ну, больше долбится, значит. Так. Чего у нас по отхилу? Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Дроны хилят по палитре столько же, сколько и Эршам. Ну, 15-ка меньше. Да это нормально. Или 20. Не знаю. Хватит и 5 бафаться. Кувак. Бафар, да? Просто не сидели на танке, наверное. Личного дракона. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю. Ладно, давайте пока так. Фраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Да не мам, нихуя. Это там поставил. В чем ты темп ловишь, Нилик? Спасибо за рост. Чайна, наверное, прижал, да? Можем упасть, чтобы 10 минут не жду. Кого пойдем? Прям надо ревайпаться. Зачем? Подождать пару минут, там на третьей фазе хватится. Не надо, рост несущественно, он не играет роли никакой почти. Зачем вы его даете здесь на третьем боссе? Стоп. В смысле, я не давал? Алёс, птица берет, но... Он под волков дал. Давайте ставим рыбу. Бафаемся. Достал отец огурец, фокус хира. Тьму хилят. Стол, крест, свет. Четвертая пати, остается добивать големов. Тратрики распределили все. Да. Хорошо. Азрис, тьму танчит, палитра, свет.
Давайте сразу с первого трая ВП будем начислять там до смерти в луже, до срыв агро, закливы, там всякие заметки. Значит, в этими листалок по диспелит святую я. На первой фазе хилы диспелите. И будете бить большого голема, будет ГП. Сайт РДД. Чек. Минусной ИП, если чек на после убийства босса. Ой, точнее, после вайпа босса. То без фласок. Минус ИП будет. Там уже сами думаете. Так, чек на... Объясните, ёжик Снегонь что-то спрашивает насчет тьмы. Я во второй во тьме. Почему ты так решила? Ты же не в первой пати. Ну, я что говорил, ничего. Купи у кого-то. Спасибо. Так, все подтвердили готовность, заходим за линию. Асюрис, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Толфа метку назад. Спальте его. Бежали ведь его. Близко стоите возле фрейма, не тёр близко, поэтому плохо. Правого до диспел. Следующий метод через хвост. Бежали. Уже течет в рейд. Пошли. Его мы играем. Прибег назад метку. Сразу заходи, если пойдет вторая фаза, заходи сразу через огонь, прожми незыблемость и типа, магический щит, рейд зашли, драйте типа, по кружку РДД. Тофа заливай инер сейчас, отсу к огурцу, понял? Тофа, носи метку. Кружочек играйте. Кажите, когда зайти. Заходи. Погнали. Сейчас будет лезвие одновременно с меткой. Метку в сторону морды выносим. Лезвие. Сержик и на рыцу. Огурцу. Дали квадратик. Так, ежик снегу нанести. Свет уже на той стороне стоите. На другую сторону встаньте, там крест и бэй. Сколько процентов? 3. 2. Ну все, не знаю. Пау. Ждем метку, не выходим портал, ждем метку. Выходим в свет. Тальный квадрат. СС на креста дай. Столб рост. Листы бьем через взрыв разума. Крейзи Варлок метку назад.
жали метеор. А, ну да, рост КД. Ну, забейте на рост. РДД. Так, ложа идет в рейд. РДД, играем большого голема. Ложик с ним метка. Все в большого голема играем. Свет пока не бьем по Халиону. Надо добить большого голема. Легко дать. Сейчас будет метеор. Побежали. Так, лужа опять идет в рейд. Играем большого голема. Отбежали от лужи. Лужа в рейд идет. Держит метка. Тем большого голема играем. Жми кожу. Всем большого голема. Ставь тотем на маму. Столб. Ставь тотем. Победим. И на РПКД заливаем столбу. Беги, малышка, беги. Вот метка. Диспелю. Талик квадратик сейчас будет метеор. Алик побежал. Капля надо тебе? Там можно. Давай протопал каплю на ВДК. Лужа опять идет в рейд. Побежали. Побежали. Краут метка. На пула нет. Сидим за агро. Даю гимн от хил, короче. Играем большого голема. Отводи трэш. Играйте большого голема. Всех большого голема. Тофа, попробуй поднять ралли, по-моему, слева от тебя лежит. Есть метка. Свет, не бейте. Не бейте. Нет, стопайте по боссу, добейте трэш лучше. Подбежали метеор. Справа от босса лежит ралли, Сержик, подымешь его после лужи, ты понял меня? Играйте большого голема. Крейзи варвар метка. Диспелли. Захил. Вставай, ралли. Дайте бафы по ралли, играйте большого голема. Ну, как скажете, когда зайти во тьму? Сейчас слезвие. Тупо метка. Можешь заходить. Заходи быстрее, пока метеора нет. Быстрее заходи. Побежали метеорит. Так, лужи в рейде. Стопайте по боссу. Играйте в трэш. Побежали от лужи. Папироса выноси метку. Добейте последний трэш. Нигнеры залить столбу. Так, Вэй, выноси метку, маги, мы возьмем трэш. Вам 300 тысяч. Сука, три метки. Насладитесь, сполна её. Тапки нахуй пала. Чё у вас за привычка такая? Говорить про 300 тысяч, 3 ляма там добивайте. Надо же по тактике всё делать до последней секунды. Портал дать. Вай, тебе на мейн? Нет, на оф, но если никому на мейн не надо. Вроде ролик я кидал. Я писал роль на мишку. Я тебе про ботинки говорю, Сержик. А? Прям здесь. Мишка. Чуть эпоха дворей даст до пипа. Ну, тут танки хорошие. Киллы хорошие. Да. Луч в рейд почти не было. Хороший, мне понравился. Мне тоже. Вы оба на мейн ролите? Да, да.